секунды. 14,6. Третье место у Нади Адамец. Надя Адамец. У-ху. Надя, можно? Надя, секунду. А можете занять свое место вот туда же еще? Вот как будто не было ничего. Просто у вас такие данные, что вы слишком быстро идете. Надя Адамец. Третье место. Помедленнее, Надя. Многие мужчины смотрят и думают, господи, чтобы это никогда не заканчивалось. Надя и шортики. Надя. Потрясающе. 14,6. Ваш результат. Вы пробежали быстрее, чем 67-летняя бабушка. Вы пробежали быстрее, чем девушка во Львове, которая пробежала с результатом 15 секунд. 15 секунд ровно. 14,6. Что получаете вы еще? Вы получаете один женский парфюм от Карла Пазолини. Вы получаете все то, что уже получили. Вы получаете возможность обнять меня, в конце концов. Спасибо. Давайте вот так застынем немножко. Можно поспать? Спасибо. Оставайтесь на сцене, я распорядился. Мы приветствуем, если есть третье место, наверное, есть и второе. Девушка, занявшая второе место, также получает женский парфюм от Карла Пазолини In Red. Продлить удовольствие от победы в забеге поможет специальный приз для трех участниц, финишировавших первыми. Карло Пазолини дарит им флакон фирменного парфюма In Red как самым грациозным девушкам. То есть вы это тоже получаете. Хорошо, мы приветствуем человека, который пробежал с результатом меньшим, чем 14,6. Результатом лучшим, чем 14,6. Приветствуем яркую девчонку, которая заняла второе место, показав результаты. Вот мне кажется, или это действительно 12,84? 12,84! Результат, который показан Мария Лапа! Мария Лапа, поприветствуйте! Мария! Посмотрите! Сработала все-таки эта штука. Противостояние скотч против медицинского пластыря победил медицинский пластырь. Это вам на будущее, ведь я обращаюсь к главному редактору журнала «Космополитен». В следующем году забег на каблуках будет? Будет. Поэтому впитывайте вот эти драгоценные навыки, вот эти драгоценные лайфхаки. Медицинский пластырь круче, чем прозрачный скотч. По крайней мере, именно медицинский пластырь помог Марии Лапе финишировать с результатом 12,84, занять второе место в сегодняшнем забеге. Спасибо большое, приветствуйте Марию! Мария, оставайтесь на сцене, ведь мы же должны, будучи наблюдательными людьми, подчеркнуть все то, что вы получаете в качестве подарка. Только что Мария получила большой набор косметических бестселлеров Mary Kay, сертификат на покупку обуви на каблуках от компании Antonio Biaggi на 1000 гривен и кое-что еще, я имею в виду женский парфюм Карло Пазолини In Red. Ну и я готов представить победительницу. Победительница получает в том числе серебряную подвеску от Укрзолота. Укрзолото – это мультибрендовый ювелирный супермаркет, который предоставил очаровательную подвеску. Ну что? Вообще, конечно, нужно отдать должное тем секундомерам, которые используются для изменения результатов в рамках забегов, потому что это королевская точность. Это вот точность самая, что ни на есть. Вот пройдут годы, и эту точность будут называть космополитеновской. Космополитеновская точность. Так будут описывать точность часов и секундомеров. 12.55. По-моему, это лучший результат в истории космополитен забегов на каблуках. 12.55. 9 сантиметров каблуки минимум. И 100 метров нужно было пробежать. Мы приветствуем победительницу одесской части забегов, отборочных этапов. Это Ю. Но не в смысле каждый из вас, а в смысле Юля Тарасова. Юлия Тарасова!
Юленька. Посмотрите, какие ноги. Юль, ну, теперь, когда все уже максимально расслаблены, здесь же собрались те, кто будет принимать участие в забегах следующих лет. Здесь собралось подрастающее поколение. Те, которые вот пройдут лет 10, может быть, максимум 15, тоже примут участие в подобного рода состязаниях. Главное напутствие. Ну, я понимаю, что вы все не расскажете, потому что в следующем году вы тоже придете, тоже будете пытаться выиграть. Ну, вот все да не все. Вот главный секрет успеха. Главный секрет очень прост. Просто нужно поверить в себя, в свои силы, и у вас обязательно все получится. Спасибо большое, Юлия Тарасова. Первое место забега на каблуках от Cosmopolitan. Большой набор косметических бестселлеров Mary Kay. Сертификат на покупку обуви на каблуках от компании Antonio Biagi на 2000 гривен, а также сертификат на 5000 гривен на шопинг в ТРЦ City Center. Мы благодарим всех зрителей. Пожалуйста, поаплодируйте тем, кто на этой сцене. Благодарим всех партнеров. Это компания Международные авиалинии Украины. Это Антонио Биаджи. Это медицинская компания Интасана. Это торговый центр City Center, который, конечно, несправедливо называть просто торговым центром, учитывая то, что это торгово-развлекательный центр City Center. Много всего интересного происходит на территории City Center. Посмотрите, даже фотограф нервничает. Даже фотограф в попытках меняет объективы для того, чтобы все три победительницы, первое, второе, третье место. Главный редактор. Я. Бьюти-редактор. Все получились вот просто на пятерочку с плюсом. Я могу выйти из кадра, если вы чувствуете, что в этом кадре что-то лишнее. Спасибо большое каждому из вас. До встречи ровно через год. Я не могу.